Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Анатолий. Рядом со мной стоит Павел. Он мастер спорта по автовождению, чемпион России по ралли. Павел... Я фамилию забыл. Павел Палкин. Все неправильно. Спасибо. Честно говоря, машина, конечно, жуткая. Серьезно? Может, просто. Не, вы говорите, что она хорошая, нам, это же у нас программа. Хорошая машина у нас. Ну, вы же это вырежете. Машина, вырежем, конечно, хорошая. Хорошая, слава богу. Шутка машина совершенно. Как показать автомобилю, что мы никуда, гад ты такой, сворачивать не собираемся, сворачивай-ка лучше ты сам? Может быть, не стоит так делать? Зачем пытаться кого-то перебодать? А вдруг он перебодает, а вдруг он не видит, а вдруг он пьяный, а вдруг он спит. А вдруг мы все это? Попробуйте. Давайте. Примерно, Павел, я понял. Нужно ехать между этих конусов, но давайте все-таки начнем с азов. Как включается первая передача? Нажимаем сцепление, плавно включаем первую передачу. Сцепление нажмите. Это? Да. Так. Я просто, ну, когда сдавал, я как бы решил побыстрее за деньги. Понятно. Часто за рулем ездите, да? Нет. Вообще нет? Своей машины нету? Нет. Ну, поехали. Мне кажется, что первая часть, она как бы пройдена успешно. Уже на дороге бояться нечего. Теперь все-таки от цветочков давайте перейдем к ягодкам.